зря я так делаю. Потому что не надо сравнивать искусство и естество. Это две противоположные вещи. Ну что, на этом, можно сказать, рабочий день закончен, да? Ну, я сегодня нарисовал две относительно неплохих картинки, правда? Поговорил с 5 человеками, объяснил им всем, что такое красота. На примере вот этих работ были такие вот маленькие лекции. Собственно, чем я и занимаюсь. Моя работа – это проповеды. Проповеди о красоте и честности в искусстве. Ну ладно, все. Пока, всего доброго.